Итак, вы наконец здесь, Илон. Добро пожаловать в СССР. First of all, thank you for having me. It's an honor to be here. Как вас встретили пограничники? They were difficult to characterize their response as super nice. Так неудивительно. Вы как никто похожи на американского шпиона. Весь западный мир сейчас говорит о вашем новом открытии Neuralink. Yeah, so Neuralink, in the short to medium term, our goal is to achieve a sort of symbiosis with artificial intelligence. Амбициозная задача. And I think a lot of people don't quite realize that. The thing that will ultimately constrain our ability to be symbiotic with AI is bandwidth. But I think with a high bandwidth brain-machine interface, I think we can have the option of merging with AI. Очень впечатляет. Yes. Ну, а что привело вас в Советский Союз? In fact, the main reason, recruiting. То есть вам нужны наши специалисты. Yeah, exactly. We really want the best talent in the world come and work at Neuralink. We need software engineering, we need mechanical engineering, electrical engineering, and... Как далеко вы продвинулись в технологии? The system that we designed in version 1 is capable of on the order of 10,000 electrodes. In the short to medium term, Neuralink is really just going to help cure brain injuries. А как же слияние человека и машин? Yeah. I mean, there's still a lot of work to do. Илон, вы можете передать мне какие-нибудь знания? Ну, научить рисовать. Или обучить новому языку. This will take a while. А хотите посмотреть, куда продвинулись мы? Okay. Вот это называется нейрополимер. По сути, это нейросеть в жидком виде. Нейросеть, содержащая информацию. Терабайты информации. Okay. Yeah, this is great. Хотите попробовать? It's legal, right? Илон, полимер прошел все клинические испытания. И я пробовал его на себе. Okay. This is real life demo. После ее введения в человеческий организм, полимер связывается с белками нейронов мозга и может передавать ему эту информацию. Ну или наоборот, копировать информацию с них на себя. Oh, thank you. Как ваши ощущения, Илон? Пиздец. Пожалуй, мы нашли удивительно точное слово. Илон, вы приехали в Советский Союз нанимать наших специалистов. А у меня к вам будет встречное предложение. Оставайтесь работать на нашем предприятии. Сука, блядь, я знаю русский.